Стык веков, отмеченный модерном, стиль, украшенный цветами орхидей. Особняк купца первой гильдии Александра Курлина, построенный в 1903 году, стал одним из первых зданий Самары в стиле модерн. Александр Георгиевич Курлин – представитель одного из самых крупных купеческих кланов Самары. Он продолжил дело отца. Занимался хлебной торговлей, был членом Совета общества взаимного кредита, гласным городской думы, стоял у истоков создания крупнейшей в России хлебной биржи, а также активно занимался благотворительностью. В 1893 году в Успенской церкви Александр Курлин обвенчался с 16-летней купеческой дочерью Александрой Журавлевой. Для своей красавицы-жены Курлин построил необычный для Самары того времени особняк. Курлины пригласили молодого архитектора Александра Устиновича Зеленко, заказав ему дом, который соответствовал бы европейскому образу жизни. Они хорошо понимали, что дом – это портрет тех, кто в нем живет. В здании все гармонично, едино, что характерно для модерна, ставшего художественным языком целой эпохи. Композиция особняка рассчитана на восприятие здания с разных точек. Входная дверь особняка в виде знака Омега напоминала улыбку. Архитектуру в стиле модерн так и называли – улыбающийся. Архитектор продумал все. Рисунок окон, отделку пола, потолка и стен, камины, ограждение лестниц. Вокруг холла группируются все комнаты первого парадного этажа. Большая и малая гостиная, столовая, буфетная, кабинет и будуар. Помещения второго этажа имеют подобную планировку, но меньше по размерам. Всего в доме было 22 комнаты, и каждая имела свой неповторимый образ. Большая гостиная настраивала на беззаботное веселье. Она была наполнена воздухом и светом. Ощущение подвижности и изменчивости вызывало лепное убранство потолка и стен, покрытых орхидеями. Длинные цветочные стебли словно колышутся от дуновения ветра, а огромные окна как бы связывают дом с городской средой. Парадная гостиная переходит в столовую. Гротовая штукатурка, потолочные балки и маски мифических божеств на панелях стен – все это погружает нас в сказочную страну. С противоположной стороны холла – кабинет и будуар. Интерьер кабинета хозяина строг. Главный элемент отделки – деревянные кессоны по периметру потолка. Центральная часть кабинета декорирована геометрическим орнаментом потолка и паркета.
Рядом будуар хозяйки. Здесь царствует природа. Витраж в виде кроны деревьев на окне. Пейзаж над дверным проемом. На двери тоже цветочный рисунок. Лепной декор потолка. Фантастическое переплетение стеблей орхидей обрамляет женскую фигуру, парящую по потолку на крыльях бабочки. По одной из версий, эта нимфа – Сандра Курлина. Так называли современники Александру Курлину. Сандра всегда находилась в центре внимания. Она была очень общительным человеком и легкой по характеру. Любила музыку, различные концерты и спектакли. Часто принимала гостей. Она была женщиной необыкновенно привлекательной, и, видимо, поэтому обыватели с окрестных улиц собирались перед домом, чтобы посмотреть, как она отправляется на прогулку. Садясь в кабриолет, по вечерам, напоенным росою, она кивала мужу головою и жаждала душой своей живой упиться нив вечернюю красой. Когда Самару посетил Федор Иванович Шаляпин, я, конечно, не могла пропустить его единственный концерт. Он его давал в театре «Олимп». После завершения концерта я уговорила великого певца посетить наш дом и отужинать. Он не смог отказаться. Тем более, что наш дом был совсем рядом, всего лишь в квартале от «Олимпа». Да, тогда все было прекрасно, если бы не Саша. В 1907 по причине душевной болезни Александр Георгиевич был признан недееспособным, и, как странно, мне пришлось стать опекуном мужа. Я сама вела дела по хлебной торговле, продолжала заниматься благотворительностью. А в 14-м Саши не стало. Потом революция. Ну, а после революции в 18-м году конфискация. И, потеряв все, я тайно уехала в Москву и жила там, можете себе представить, в коммунальной квартире. Перед тем, как уйти совсем, я отдала своей соседке личную печать мужа из горного хрусталя. Все, что осталось у меня после былой красивой жизни. Ее передали в наш чудесный, так мною любимый дом. Ну, а что было в нем после того, как я уехала, меня совершенно не интересовало. Или так мне казалось. Ну вот, пожалуй, все. В 2012 году в доме Курлиных была закончена реставрация. В ближайшее время в нем будет открыт музей модерна. Призраки встают предо мной, тени минувшего счастья. Снова, как призраки, встают предо мной.